Расскажите, как вы перевозили деньги и как они к вам попали сейчас на данную минуту? Ну, делаем по дороге сбор денег с магазина, кассируем. Где? В каком населенном пункте? Карасук, Баган, Купино, Чистоозерка, Табулга. Так, дальше. Собрали деньги, куда поехали? С Табулги собрали деньги и ехали в сторону Татарки до перекрестка для передачи денег другой машине. Что произошло? Я по дороге остановил машину и сказал, чтобы деньги выкладывал ко мне в сумку. Сумка заранее была со мной. Каким способом это было сделано? Добровольно? Нет. По принуждению? Да. Какие-то предметы, запрещенные в гражданском обороте, вы применяли для того, чтобы вам передавали деньги? Ну, только держал в руках. Какое огнестрельное состояние? Оружие. Какое огнестрельное оружие? МР-71. Где он сейчас находится? Изъяли. Достаньте его, пожалуйста. Что вы при этом говорили? Вот, сюда. Ну, говорил, извини, так получилось, но не надо уйти с деньгами. Денежные средства, которые вы похитили, все здесь находятся в сумке или еще где-то? Нет, есть в кармане, тут в переднем. А зачем в карман? И сзади. Ну, чтобы, если что, рассчитываться, в магазин хотел зайти, сигарет купить. Хорошо, откройте сумку, пожалуйста. Приблизительно какая сумма здесь? 3 200 000 с лишним. Погромче. 3 200 000 с лишним. Значит, внимание, понятые, изымается пистолет. Значит, и денежные средства,